Приветствую вас, лучшие рыбаки дальнего и ближнего зарубежья. Ну что, почти середина декабря, а у нас вот такая вот открытая вода. Ну никак не хочет лед становиться. Поэтому, проезжая я возле реки, решил, а не попробовать ли мне закрыть сезон на фидер. Приехал я на такое место, здесь глубина, где я ловлю, 3 метра. Сейчас, конечно, можно сказать, в середине декабря было бы правильно найти яму, такую метров 6-7, и там, конечно, ловить рыбу, потому что она давным-давно уже ушла по ямам. Ну, выбор был у меня невелик. На такие ямы ехать мне предстояло очень-очень далеко, поэтому я решил лучше здесь посидеть, чем вообще нигде. Ладно, попробуем. Возможно, какой-нибудь окунек, ёршик или плотвичка все-таки не ушла на глубину и осталась где-то в русле реки. Хотя шансы у меня малы, но попробуем, посмотрим. Прошло, наверное, минут 5 после того, как я закормился, закинулся. Пока тишина полная. Пробую я ловить на мотыль. Посмотрим, есть ли здесь кто-нибудь. Если нет, значит, отлично проведем время. Ну что ж, снасть в воде, мотыль на крючке. Давайте посмотрим. Минут и первые поклевочки. Что-то есть. Неужели я ее нашел в русле? Хотя все говорят, рыба в яме. Но есть рыбешка. Блин, а даже подсака не брал с собой. Я вообще не ожидал, что что-то в этой реке можно поймать. Отличный полосатик. Отличный полосатик, друзья. Я считаю, это просто шикарно. Ёлы-палы, смотрите, какой красавец. За краешек самой губы взял. Вот это да. Спасибо тебе, дружок. Спасибо, что ты есть. Фух, не ожидал. Многие мне говорили, что... Секундочку. Многие мне говорили, едь на яму, возможно, что-то клюнет. В русле делать тебе нечего. Но я сказал, поживем, посмотрим. Итак, дружок, спасибо. Удачной тебе зимовки. И до новых встреч. Давай. Пошел. Ну что, как-то так, все-таки... Прикормочка собрала рыбу, правда, окуняку. Но ничего, я и этому рад. Давайте попробуем еще. Один мотылик на крючке. Поводок сантиметров 35. Точка ловли метров 25 от берега. Может 30. Секундочку. Установим на нашу рогатку наш фидерок. Как-то так. Глубина 3 метра. Прощупал я маркерным грузиком дно. Было 2,5. Потом свал на 3 нашел. И тут же подъем опять на 2,5. Вот в этом свале я и остановился. Вот в ведре моя прикормочка, которую я недавно делал с черноземом. Вернее, не черноземом, а обычным грунтом темным. И добавил я туда немного мотылика еще. Все-таки пускай он там ползает, привлекает нашу рыбку. Место лова у меня небольшое углубление, с 2,5 на 3 метра, дно илистое. Черная прикормка отлично, я думаю, там ложится и не сильно отпугивает рыбу. Поклевочки есть, но, блин, еще одна незадача. Использую я монтаж, так называемый инлайн, и там ил, кормушка ложится в ил. Когда рыба дергает, она чувствует сопротивление. Здесь, конечно, не мешало бы использовать другую оснасточку. Какой-нибудь отводной поводочек делать на кормушку. Но времени у нас и так мало. Будем ловить так, посмотрим. Тем более, поклевочку я уже видел. Есть, что-то клевало, но рыбка не показалась. Эх, досада. Очень декабрьская рыбалка сложная. Блин, а что у нас тут? Наш мотылик на месте. Ну что ж,
Давайте набьем кормушку и продолжим. Надел вот так вот два мотылика. Кормушка с мотыликом забита. Прикормочка с нашим гамарусом и овсяным печеньем. Опа, отлично. Ловлю недалеко. Эх, жалко. Хочется ямочку метров 5, но, увы и ах. Русло. Середина декабря почти. Вот так подмотали, поставили и ждем. Блин, ребята, опять была хорошая поклевочка, но сгубил меня телефон. Позвонили, спросили, как оно, что оно, как успехи. Пока я рассказывал, как мои успехи. Эх, ну так хорошо его загибало, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, так секунды полторы. Все-таки еще, наверное, не все потеряно. Да-да-да, что-то жует. Два мотылика там висит. Но очень аккуратно. По-моему, зацепил. По-моему, ребята, что-то зацепил. Отлично. Главное сейчас не форсировать события. Аккуратненько. Что-то небольшое. Возможно, окунек. Да, друзья, микроокунек. Микроокунек. Ну, засосал капитально. Эх, я, если честно, да, середина декабря, хоть даже и мелкий окунек, но я этому очень рад. Смотрите, какой малыш. Ладно, продолжаем. Спасибо, дружок, за поклевочку и удачной зимовки. Напишите в комментариях, может, вы тоже в декабре ловили на фидер, и именно не на ямах, а на русле. И попадалась вам плотва, подлещик, густера, белая такая нехищная рыба. Или тоже, как у меня, клювал только один окушок. Хотелось бы знать, могу я споймать плотву, густеру, или все-таки шансов у меня нет. Друзья, была поклевочка. Поклевочка. Очередной полосатик. Ухи, блин, нежно брал. Я вообще еле-еле почувствовал. Смотрю, что-то такое вроде бы происходит. От красавец какой маленький. В середине декабря на фидер. Но разве это же не круто? Смотрим. Ну что, друзья, все. Собрал я снасти, выдвигаюсь в сторону дома. По-моему, это было закрытие моего осеннего, так сказать. Хотя уже декабрь на дворе сезона. Итак, подведем итог. Рыбку я поймал. Поклевок я больше 10 видел, чему очень рад. Я думал, блин, если увижу хоть одну поклевку, это уже будет замечательно. В итоге больше 10 поклевок за 2 часа. 3 окунька я поймал, доволен им был, как слон. Это, конечно, супер, не ожидал я. Ну что ж, ладно, увидимся тогда скоро с вами на льду. Подпишись на канал, поставь лайк. И начинается у нас впереди зимние рыболовные приключения. Пока-пока, пока. Зубами грызет положение.